Всем привет! Приглашаю на мой канал. Подписывайтесь, пожалуйста. И сегодня я хотела бы поговорить о том, какой плюс от природного земледелия. 3 года назад мы купили дачу в деревне, домик небольшой. И я решила попробовать нетрадиционное земледелие, как мы раньше обычно это делали. Копали лопатой, сажали. А я вообще грядки не копаю лопатой. Я осенью добавляю перегной на грядку, удобрения и рыхлю плоскорезом. А весной я просто рыхлю землю плоскорезом. И все. И сажаю все культуры. И вот первый год у меня такая ровная морковка. Я не помню, что у меня когда-то была такая ровная морковка. Морковка не крупная выросла, просто ей как бы не хватило. Ну, хотя вот уже беленькие корешки отросли. Нет, ну, нормальная морковка. Но она вся ровная. В ней нет никаких изъянов практически. Вот что-то здесь немножко есть кончик. А так, в основном, она вся прямая. Я думаю, что чистить такое же одно удовольствие морковочку. Я считаю, это потому, что я перешла на без перекопки. И я думаю, что именно поэтому у меня такая ровная морковка. Очень-очень мне нравится.